Зацепило? Не, ногу зашиб. Если б не ты, он меня подстрелил. Спасибо. Да ладно, жалко, этот гад ушел. Ничего, поймаем. Рихард Петрович, разговор есть. Да. Может, не ко времени, но... Говори, говори. Но это не дело. Я понимаю, я напортачил с этим скупщиком, но я ж признаю, Авараксин на меня как на пустое место. Я что ему, салага, что ли? В общем так, вы как хотите, но с ним я работать больше не могу. Значит, придется через «не могу», товарищ Соколов. Пойми, сейчас не до эмоций. У нас идет война, настоящая война с преступностью. И Вараксин в ней, не чита нам, крепко разбирается. Да я понимаю. Но раз понимаешь, надо налаживать с ним отношения. О, для начала, отнеси-ка ему вот эту вот телеграмму. Товарищ Домбирс, меня партия сюда не курьером прислала. Петя, это приказ. А приказы не обсуждаются. Тут ему ответ из Петрограда, его запрос. Дело в том, что там не было нападения попрыгунчиков. Вот уже 2 недели. Да понятное дело, раз Бальгаузен тут куролесит. Нет никаких подражателей. Ну да. Может быть. С днем рождения, Николай Александрович. Спасибо, Нальсан. А я-то уж и позабыл. Это потому, что ты совсем старый. Вот, держи. Книга легендарного сыщика Ивана Путилина. Ой, спасибо. Ой, спасибо. Ну, скажи мне, откуда такая роскошь? Нет. Именинник это волновать не должно. Я открою. Петр, ну вот сюрприз. Да, нет. Проходите. Ну, что вы? Ну, проходите же. Да ни к чему это, Анна Александровна. Я просто телеграмму принес. Вы принесли, вы вручайте. А заодно поздравьте Николая с днем рождения. Ух ты, я и не знал. Поздравляю. Благодарю вас. Это вот из Петрограда. Всему выходит, ошибся ты, Николай Александрович. Ну, все, вручил. До свидания. До свидания. Нет, никаких до свидания. Теперь вы наш гость. Но какие же именины без гостей? Николай. Прошу вас. Петр, а что же вы ничего не едите? А? Спасибо, я сыт. Нехорошо обижать хозяйку. Угощайтесь, прошу вас. А это? Негоже обижать хозяйку. А и правда, к чему эти церемонии? Осторожно, Анна Александровна. Это специально не для ваших ручек. А, ничего. Ну, Николай,
Что же ты? Налей еще вина. А потом будем танцевать. Вы не против? Танцевать так танцевать. А вы молодец. Как будто бы всю жизнь вальсировали. А я вообще все на лету хватаю. Был бы учитель. А вы, Анна Александровна, учитель просто замечательный. Да вы мне льстите. Я? Да ну что вы. Николай, ну зачем? Аннушка, давай побережем нашего гостя. Он недавно ногу зашиб, когда задерживал преступника. Они вдвоем с приятелем просто герои. Ну-ну. Николай Александрович, то, что ты меня все время подначиваешь, так я уж привык. А Нагулин-то тебе чем плох? Стоящий мужик. Эй, есть кто живой? Мертвяки приехали! Я вижу, что приехали. Явились, не запылились. Здорово! 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 Здорово, здорово! Бальгаузен, совести у тебя нет. Ночь на дворе, где тебя черти носят, а? Ты что, спали, что ли? А чтобы нам не спать, когда тебе полночи нет, сон у меня хороший, крепкий. Смотри, какое я тебе колечко привез. Купить меня хочешь? Не надо мне ничего. Точно? А ну, на свет покажи. Камешек, так ничего. Катюш, а где Демидов? Спит, что ли? Да не знаю, где ваш Демидов. Демидов! Спит, что ли? Ну, с него что с вами? Ржете, как ежелепцы. Ежели пружины, как и амуниции, сегодня чинить не буду. Да и не надо. Как аппарат наладил? Сделал аппарат. Готов. Готов? Готов. Ну, погромче, что вы там шепчетесь, а? Иди сюда, Катюха. Садись, а то упадешь. Ну, открывай. Это что это за агрегат, за такое? А это Катя. Киносъемочный аппарат французского, между прочим, производства. Да купил что? По случаю, был поломан, а Демидов золотые руки взял и починил. Ну и на кой он тебе этот французский киносъемочный? Ну как на кой? Денег накопим, свою фильму снимем, а в главной роли не какая там верхолонная, а ты Екатерина Крымская. Ой, дурак. Да, дурак. Ой, дурак. За это и любишь или я нет? Я это люблю. Демидов, пойдем покурим. Мужики. Ну, спасибо вам за все. Анна, Николай Александрович, еще раз с днем рождения. До свидания. Всего хорошего. До свидания. До свидания, Петр. Обязательно заходите еще. В любое время. Что-то случилось, Николай? А ты сама не понимаешь? Ты про то, что мы танцевали? Вы совершенно разные люди. Вы из разных миров. Ах, вот ты о чем. Боже мой, Николай, ну что за сословные предрассудки? Ах. У тебя есть жених. Дипломат. Которого ты любишь и ждешь. Или уже нет? Зачем ты так? Да, я очень люблю Алекса. Жду его. И я уверена, что он бы отнесся к этому гораздо цивилизованнее. Черта с два! Да почему ты на меня кричишь? Анечка, родная, зря я это. Пойми, я очень за тебя волнуюсь. У меня нет сословных предрассудков, но поверь, люди, подобные Соколову, ко всему относятся иначе. Просто и конкретно. Твои знаки внимания, которые ты ему оказывала, он воспринимает далеко не как дружеские. И рано или поздно тебе придется с этим столкнуться. Караул! На помощь! Помогите! Не надо! Не надо! Помогите! Не надо! Не надо!
может, это не попрыгунчики? А? Ну, мало ли кто сейчас в Москве шалит. Есть свидетель. Что ж такое, а? Рабочий, с металлургического, возвращался после смены. Приметил четырех в саванах. Он же и труп нашел. Эх ты, ядрёна копоть. Мы-то думали, Бальгаузен заряжен. Это не Бальгаузен. Сегодня ночью в Петрограде было совершено нападение. Попрыгунчиков. Это что же, они в одну ночь, что ли, из Москвы в Петроград перепрыгнули? Ну хорошо, допустим, это не Бальгаузен. Тогда какого рожна здешнего именем называются, а? Я своими ушами слышал, как скупщик этот все твердил. Бальгаузен, Бальгаузен. А Нагулин как услышит, чуть душу из него не вытряс. А тот все на своем. На своем стоял. А Нагулин тряс, говоришь? Ну да. А что? Вы что, все попрыгунчика, господа товарищи? Надо бы вам, братцы, отвлечься. Я тут давеча такую фильм увидел. Называется «Голем». Короче, глиняная статуя. Которая же, я тебе серьезно, которая оживили с помощью черной магии. Страшно было, как никогда в жизни. Страшно, брат, это когда по тебе линкор из главного калибра дубасит. А ты говоришь, «Голем». Фильма, говорите? Страшная. А не сходите ли нам, товарищи, в кино? На премьеру. Потрясающая фильма режиссера Протазанова. «Тень лорда Шелькотта». Николай Александрович, не пожалеете. Спасибо. Обязательно приходите. Спасибо. Обязательно спасибо. Приходите. Спасибо. Ну что, видели, как реагировала публика? Дамы в полном ужасе. А ты, значит, больше дамочек разглядывал? Самое интересное, что в фильме со сценами ужаса демонстрируются в России уже много лет. Николай Александрович, ты часом не захворал? Мы налетчиков ловить будем. Мы этим и занимаемся. А не навестить ли нам вашего приятеля, Нагулина? М? Зачем? Вы говорили, что он большой любитель кино. А вы, значит, тетка Дениса Нагулина? Кто? Я? Скажете тоже. Не, мил человек, я хозяйка этих хором. А Денис с Катериной – квартиранты мои. Как квартиранты? Обыкновенно. Только съехали они, а я и не знала. Зашла она, их и нет. Да мы знаем, знаем, что съехали. Поэтому и зашли. А я вот как раз жилье ищу, представляете? Покажете квартиру? Ну, конечно. Квартира небольшая, но все в наличии. Гостиная, кухня, ванная. Простите, а спальня? А, так, а, вон. Пройдите, пожалуйста. Да нет, нет, только после вас. Ну, ну хорошо. Спальня хорошая, светлая. Ну, сейчас сами увидите. Ну и что за канитель? Сначала посуду спер, теперь и вовсе. Ты что, колдуешь, что ли? Типа того. Снимаю отпечатки пальцев. Какие еще отпечатки? Видите ли, товарищ Соколов, у каждого человека на пальцах есть такие узоры. Называются они папиллярные. На предметах эти узоры оставляют отпечатки. Вот видите? Вот у каждого они свои. Они никогда не повторяются. Это целая наука. Называется дактилоскопия. К вашему сведению, российский уголовный сыск был в этом деле один из первых в Европе. Ну а к чему все это? 3 года назад на месте налета Бальгаузен обронил свой портсигар. Этот портсигар нашли, сняли с него отпечатки пальцев, создали вот эту дактилоскопическую карточку, поместили ее в дело.
Любопытно. Как видите, я сравниваю практически на глаз. Конечно, это не профессиональная экспертиза, но все показывает на то, что вот эти отпечатки и отпечатки на бокале из квартиры Нагулина совпадают. Погоди. Так что же это получается? Скверная штука, товарищ Соколов, скверная штука. Ваш добрый приятель Денис Нагулин и есть налетчик Иван Бальгауза. Готов понести наказание по всей партийной строгости. Да сядь ты. А с чего вы решили, чтоб все дело в кино? Статуя одна глиняная подсказала. Кто? Статуя. Но это не важно. 3 года назад в Москве показывали фильму, который назывался «Пещера демонов». Так вот, там были сцены, где участвовали мертвецы в саванах. А спустя пару месяцев начались первые нападения наших попрыгунчиков. Вот что. Да. Бальгаузен, Нагулин, глиняная статуя. Как это может помочь поймать попрыгунчиков? Поможет. Еще пока не знаю как, но точно поможет. Видал? Шик. Я снимал. Ну что, узнал чего? Ну так, пробежался по братве, потрещал кое с кем. Ты скажи, там в Москве чего, все по-серьезки или так, кипиш на болоте? По-серьезки, Мишань, по-серьезки. Валят народ почем зря. Ну так по всему выходит, что свищ это. Да ладно, свища полгода назад как завалили. Ага, завалили. Слушок прошел, что он тогда кента своего подставил, а сам свалил. И говорят, в Москву. Значит, свищ. Ага. Ну, если живой, значит, это он. Точно он. Ага. Вот ведь гнида, а ведь не зря он под моим именем работает, мстит. Мокруху на нас вешает. Пока он живой, житья нам не будет, ни мне, ни Кате. Ну так чё, смотаемся в Москву? Значит, едешь, да? Да на 2 дня. Ты же нашего Демидова знаешь. Вот надо ему этот механизм греферный для камеры починить, и хоть ты тресни. А такие умельцы только в Туле. А может, Бог с ним? С кем? С механизмом. Ванечка, пожалуйста, я тебя очень прошу. Катюш, прости. Я тебя очень прошу. Но если я чего решил, то меня уже не сдвинуть, ты же знаешь. Я знаю. Ну, ты хорошо. Поэтому, пожалуйста, если я решил, что ты у меня будешь в кино сниматься, я значит, так оно и будет, все. Долгие проводы, лишние слезы. Я заварила чаю. Да, благодарю. Ты чем-то встревожен? Пожалуй. Очень тревожит собственное скудоумие. Совершенно не знаю, куда идти дальше. Полный тупик. Это откуда? Ты опять выходила? Я только до лавки. Ну, сколько раз мы с тобой об этом говорили? Ну, хорошо. Хорошо. Если ты так настаиваешь, я буду сидеть дома. Это не прихоть. Ты знаешь, как я за тебя переживаю. Да. Иногда мне кажется, что даже слишком. То ты меня пугаешь разбойниками, то Соколовым. Я открою. Открою. Петр? Здравствуйте. Я это… Я вот… Чем обязан? (Клес)
это вот вам. Спасибо. Да что там? Вы мне вчера вальсом обучали. Так что разрешите, так сказать, со своей стороны пригласить вас прогуляться или, может, в кино? Петр, пожалуйста, послушайте. Мне очень жаль, что я дала вам повод. Повод для таких мыслей. Поймите, у меня есть жених. Я его люблю и... Простите меня. Так. А это по какому поводу? Да все одно к одному. А, ну-ну. Нет, если ты насчет нагульного, так это да, хорошего мало. Только если по каждому такому поводу к бутылке прикладываться. И не один же ты оплошал. Вон, Вараксин его тоже не сразу раскусил. Вараксин? Да, его благородие теперь на белом коне. А ну и все. Что он, что сестрица его? Сестрица, говоришь? А уж не в ней ли все дело-то, а? Да при чем здесь? Да. О, здорово, мужики. Здорово. О, я как раз вовремя, да? А где ваш этот, гражданин товарищ, Вараксин? А на что он тебе? Он мне, как пятое колесо в телеге. Это я ему нужен. Веришь, три дня в этом настоял, над душой. Весь архив перерыли. Во. А что искали-то? Дело. Дело бандюги одного. Ну-ка, дай-ка. Леони. Мотылев. Ну-ка, слезай со стула. Это же мотыль. Слушай, он же вроде в банде попрыгунчиков. Да. Это он. Эти глаза. Лучше всего я запомнил эти глаза. Это определенно он. Спасибо, Павел Анатольевич. Вы нам очень помогли. Да. Выздоравливайте. Благодарю. Спасибо, товарищ. Чё-то я не понял. Что за оврал? Мы раньше знали, что мы мотыль в банде попрыгунчиков. Но мы не знали, что Анна видела именно его. Ну и что? А то, что мотыль головорез. Он всегда, понимаете, он всегда избавлялся от свидетелей. Ах ты, ядрёна копоть. А куда идем-то? Туда, где видели мотыля. Надеюсь, вы на этот раз драку затевать не будете? Это в тот кабак-то? Да. Ты же сам сказал, туда больше не сунется. Ну, сунется, не сунется. Потрясем завсегдатаев. Может быть, кто-то издаст мотыля. Вот это я и предлагал. А ты бесполезно, глупо. А я и говорю, что это глупо и бесполезно. Только поймите, пока мотыль на свободе, Анна никогда не будет в безопасности. Это понятно? Так, успокойся. Я тоже за Анну переживаю. Только чего горячку-то пороть? Значит, не надо пороть горячку. Забавно, что вы мне об этом говорите. Говорю, потому что так оно и есть. И вообще тебя там каждая собака знает. Так что пойду я. И не спорь. Здорово, море. Добро здесь пришвартоваться? Откуда будешь? Ну так, Балтика. Тральщика смело слыхал? Братишка. Гарсонщик, такую же нам. Слушай. Извольте. Жалтин, пожалуйста, сюда, сюда, пожалуйста. Осторожно, тихо, тихо, пожалуйста. Ну-ка, стой. Спасибо, здорово. Я тебя поймал. Николай, Николай Александрович.
Вы совсем сдурели? Ты зачем туда ходил? Последние мозги пропиваешь? О, мы уже на «ты». Другое дело. А то что вы, да вы. Идите вы к черту, Соколов. Погоди. Ты куда ты спешишь-то? Я же не просто так пил. Я же про мотыля узнал. Матросик этот свой, нашинский он, братишка. Приемный гальванер. Тоже воевал. Ну, с анархистами связался. Бандит. Короче, знает, где хата мотыля. Ты пойми, если бы я с ним эту четверть не уговорил, он же ни черта бы не сказал. Адрес узнал? Адрес. Столешников переулок. Ну-ка, пошли. Пошли. Стоять. Че стоишь? Полная вперед! Слышь, Свич, нам залечь хотя бы недельки на две. Что не вякнет, все не в цвет. Что-то в цвет не в цвет. Мусора вам в спину дышит. Барыгу чуть не повязали. Да успокойся. Барыгу я завалю. Ага. Барыга теперь тихий. И ты не дергайся, легавые все равно не нас ищут. Ваньку Бальгаузена. Дедок, не Бальгаузена видел, а мотыля. Какой дедок? А ну-ка говори. Ну а что тут говорить-то? Моя баба-сеструха, она санитаркой в больничке. Ну и, короче, там дедок, которого мотыль на той неделе порезал, оклемался и постоянно что-то с мусорами мутит. А он тогда хорошо мотыля разглядел. Я разберусь. Деваху бы еще б ту найти. Сейчас мотыля поймает, а через него и остальных повяжет. Да нет, не уверен. Мотыль своих дружков не сдаст. Сдаст, не сдаст, зато от Анны беду отведем. Кстати, что-то она там говорила про жениха. Кто таков? Об Анне забудь. Я ясно выразился? Не отставайте, мы почти пришли. А я думаю, как тебя найти? А ты сама ко мне? Гости пришла. Ну, пойдем. Анна! Стоять! Отпусти ее. Сам стой, легавый. Оставь ее, мотыль, я прошу. Рыбнешь, я ей мозги вышибу. Отпусти ее, пожалуйста. Я прошу тебя. Мотыль, давай поговорим. Тихо. Аня! Видать, не удастся нам с тобой почаевничать. Извиняйте. Нет, не надо. Оставь ее. Анечка, там вторая дверь. Мотыль, видать, тоже через нее собирался удрать. Все, все, все хорошо. Все позади. Давай, присядь. Ну,
Все хорошо. Я с тобой. Бандит уже не причинит тебе вреда. Товарищ Соколов, можно вас? А? У меня к вам большая просьба. Отведите, пожалуйста, Анну домой. А я подожду, пока этот очухается. Ну, не на руках же его нести. Да, крупно ему повезло. Чего? Если бы Ванька Бальгаузен со своими дружками его раньше нас обнаружил, лежать бы ему сейчас с пулей в голове. А, точно. Бальгаузен тоже в Москве. Да вот именно. Завтра премьера на Никольской, новые фильмы. А Бальгаузен по всему Питеру раструбил, что сначала премьеру посмотрит, а потом московским попрыгунчикам кишки выпустит. А мы ведь им мешать не будем, правильно? Ну так зачем мешать? Пусть всю грязную рыбачонку за нас сделают. Руку. Осторожней. Вы чего? Ну ладно, ну перестаньте. Ну это зачем? Зачем вы? Ну. Спасибо вам. Вы же спасли меня опять. Да ладно вам, чего вы? Стойте здесь. Что это? Петр, что это? Николай! Николай, ты ранен! Да нет, нет, нет. Все нормально. Ушел. Ушел. То есть как это? Ушел? Ну, точнее сказать, я его отпустил. Что? Вы отпустили убийцу и бандита? Да вы понимаете, что за такие дела к стенке ставят? Я сегодня же доложу руководству комиссариата о факте саботажа и предательства. Трибунал вас в Могилевскую губернию отправит. Подожди ты! Чего ждать? Мы уже черт знает сколько ждем. Товарищ Домбергс, я не уверен, что партия это одобрит. Полагаю, Николай Александрович, у вас есть какой-то план. Это я специально сказал при Мотеле, что Бальгаузен приехал в Москву, чтобы расквитаться с ним и его дружками. И что якобы Бальгаузен завтра появится на премьере в кинотеатре на Никольской. Рассчитывая на то, что главарь московских попрыгунчиков явится туда первым, чтобы разобраться с Бальгаузеном. Вы там и можете его взять, товарищ Гуртовой. Чушь! Какого черта? Налетчики будут верить в этот бред! Товарищ Домбергс, вы понимаете, в случае чего вся ответственность ляжет на ваши плечи? Вы это понимаете? Я все прекрасно понимаю, товарищ Гуртовой. А если главарь московских не явится? Из осторожности. Рихард Утович, там, где есть ненависть, нет места для осторожности. Судя по тому, как он его копирует, как он Бальгаузена подставляет, ясно одно, что он его люто ненавидит. Думаю, здесь что-то чисто личное. Эй, красавица! Уважаемая гражданская, садись ко мне, я тебя мигом домчу, прокачу. Куда едем, красавица? Богородский переулок. Значит так, приходим часов 8 по одному, как стемнеет. Волыны, чтобы всех были проверить. Ну, а там вальнем этого козла. И по хазам затихаримся дней на 10. Разбираться он со мной приехал. Чего вы не поделили-то? Ладно, не твоего ума дело. Вали отсюда. Чего? Вали, я сказал. А, ну на Никольской свидимся. А я знала, что тебя здесь найду. Ты же в этой церкви перед каждым делом свечку ставишь. Ишь ты, помнишь? А чё ж не помнить? Здравствуй, Семен. Здорово, Катя. Зачем пожаловала?
Поговорить? Ну, говори. А может, в гости пригласишь? Да, не ожидал, что сама явишься, не ожидал. Эх, Катюха, я ж тебя из такого болота вытащил, королевой сделал. Забыла, Маруха, как с хлеба на воду перебивалась. Почему это забыла? Все помню. Отец пьет, мать кровью кашляет, братья и сестры семеро по лавкам. А тут ты. Ну, чисто принц, только что не на белом коне. А потом оказалось, что не принц ты вовсе, а вор и душегуб. Душегуб, ну да. А Ванька-то, значит, ангел с крылышками. Ну, почему же ангел? Такой же, как и ты. Только слабее. Не люблю я слабых. Вот и пришла. А помнишь, как мы с тобой на юга собирались? Ну, помню, помню. И что? А может, бросить все? И айда? А? Ну, Катерина, ты меня совсем за дурака считаешь. Думала, поверил в эти сказочки? Нет, боишься, что хахаля твоего уделаю, потому и заявилась. Правильно, что боишься. Давно бы его завалил, да только для меня это слишком просто. Эх, Катя, Катя, думал, один твой Ванька на выдумке мастак. Нет, тут его переплюнул. Знаешь, сколько мы здесь карасей жирных потрясли, да на перо поставили? А мусора-то все. На Ваньку твоего думают. Так что теперь он душегуб. Он. Ладно. Он, ладно. Он. Давай на чистоту. Свищ. На чистоту, говоришь, ну давай. Я тебя хорошо знаю. Если ты Ивана задумал порешить, так оно и будет, да? Не сейчас так. Давай договоримся. Я возвращаюсь к тебе, а ты Ивана не трогаешь, да? Ты баш на баш, значит, это ж как ты на такое решилась-то, а? Видать, нет у тебя другого выхода, да? Неужто ты своего Ваньку так любишь? А ну так обману. Не боись, не обману. Что мне твой Ванька? Пусть живет, а мы с тобой сваливаем отсюда, тухло здесь. Завтра же и поедем. Вот только дела кое-какие улажу, и поедем. А ты это, далеко собрался? В кино, Катя, в кино. А ты меня тут подожди, я скоро. Говоришь, Свич со своей братвой сегодня здесь нарисуется? Ну, вроде да. Когда и зачем, не знаю. Зато я знаю. Вот сегодня будет здесь премьера вечером. Разные граждане солидные придут при деньгах. Понимаешь? Вот Свич после сеанса на них охоту и устроит. А мы поохотимся на Свища. Мотыля в зале нет. Видать, боятся. В Бальгаузе нас пугнуть. Которого там, кстати, тоже нет. Надеюсь, они этого не знают.
Чего, вроде не видать никого. А что свищу раньше времени светится? Сейчас сеанс закончится и нарисуется. Подождем. Мы люди не гордые. Никого. Пора бы. Не перемудрили, Николай Александрович. Черт. Если свищ не появится, получается, значит, мотыля зря отпустили из Вивы в холеру. Да уж, конечно, зря. И кто-то за это ответит. Погоди-ка, вон он, мотыль! О, смотри, видишь, он тут? Я его знаю, в шестерках у свища. А вон и свищ нарисовался. Ну что, покалякаем со старым приятелем? Вот это номер. Чё там? А там, Мишаня, революционный матрос Соколов. Интересно, зачем здесь угро? Я вам его покажу. Пусть он пока не отойдет подальше. Ну, а возьмет извозчика, валим со всех стволов. Стоять! Угрозы! Шухер, легавые! Далеко собрался, свищ. Ты как? Нормально. Догони его. Опусти ты пушку. Нехорошо как-то все-таки. Дружками были. Твои дружки, свищ, во враге лошадь доедают. Да и ты не человек. Волчара кровожадный. Волчара, говоришь? Пусть так, оно Ваня лучше, чем шут ряженый. Эх, Ваня, Ваня, так ты в этой жизни ничему не научился. Да не трези ты свои волыны. У тебя маслята-то кончились. Опа. А вот у меня нет. Ага. Вот и все, Вань. Вот и все, был ты живой труп. Станешь мертвой. Соколов, здорово, братишка. Здравствуй, Петя. Как поживаешь? Я вам не Петя и не братишка. Руки в гору, ну! Сзади! Стоять! Может, перевязать? Сильно зацепило? Ерунда, царапина. Ну ты тогда своих дожидайся, а мы пойдем. Пойдем. Никуда вы не пойдете! Вы арестованы! Да ладно, мы с тобой не враги. Это он свищ. Людей резал, последний кусок отнимал. А я помогаю буржую избавиться от излишков собственности. Это не грабеж.
Экспроприация. Грабь награбленная. Это же ваш большевистский лозунг. Ну, бывай. Стоять, я сказал! А знаешь, Соколов, я про все это еще кино сниму. Вот увидишь. Кость не задета, так что через неделю буду прыгать не хуже попрыгунчиков. Ну, они уже отпрыгались. Кстати, за ликвидацию опасной банды вам благодарность от наркома. Ого. Спасибо. Только что я. Это скорее… Параксин. Само собой. Только боюсь, что больше с нами он работать не будет. Я чего хотел спросить, Петр? Когда Бальгаузен уходил, у тебя ведь патроны были. Были. И ты не стрелял? Не стрелял. Понятно. Спасибо, доктор. Скажите мне. Здравствуйте. Павел Анатольевич. Николай. Вот. Выходить на свежий воздух позволяют. Ну, стало быть, дела на поправку пошли. Через недельку обещали отпустить. Странная штука жизнь. Ломает тебя, унижает, калечит. Отнимает самое дорогое, а потом вдруг дарит вот такой день. И понимаешь, что жить стоит. Даже при большевиках. Милейший мой Николай Александрович, я много чего наговорил про жизнь, политику, принципы, а вот нынче услышал разговор двух… Случайно услышал разговор двух ваших коллег. Уж не знаю, бывших или… Ну и что? Один из них признался, что не смог выстрелить в бандита. А второй его понял. Вот ведь какая штука. Оказывается, эти люди тоже способны сомневаться. Может, еще… Не все потеряно, как вы думаете? А ты-то не рано из госпиталя сбежал? Не, работа, конечно, по ноздре. Людей не хватает. Наверное, на твоем месте. Опа! Ого! Николай Александрович, так ты же… Или… А может быть, вы за своим столом чаевничать будете? Да, пожалуйста. Поймаю. И дал раненому человеку, можно сказать, бойцу передового фронта. Даже посидеть не дают. Ничего, от больницы до Коваляла здесь ничего не случится. Но развели бардак. Ну ладно, ладно. Не буду вам мешать, да? Работайте. Ну так что, Николай Александрович? Значит, будем работать вместе? А как там Анна? Вот что, Соколов, давайте договоримся сразу. Работай, работай. А с моей сестрой у вас не может быть ничего и никогда. Ясно? Да уж куда яснее. Полный штиль.